Кабинисты. Стоять! Посади. Привет! Мы сегодня опять в эфире, да? А сейчас мы готовим хачапури. Хапучи, да. Пепе хачапури. Сейчас кладем вот это сюда. Давай. Вот смотри, вот так я буду. Это вот так, да? Опа, так тоже сойдет. Это у нас творог. Мы часть, вот такую треугольную, небольшую часть оставили для начинки. Творог надо брать именно в таких упаковках, потому что они мелкозернистые. Ай, ясненько. Пока я болтал, она уже тю. У тебя, ладно, вместе с желтком будет, а у меня без желтка. Давай, такой, два вида сделаем. Пусть у меня тоже будет с желтком. Сначала вот это перемешивать надо вилкой. Вот. Все получается. Я сейчас твой сделаю вот так тоже. Я смотрю, здесь торта мало. Пятьдесят грамм муки. Чуть-чуть давай посолим еще. У нас тесто готово. Сейчас мы перекладываем наше тесто сюда. Я здесь. Да, я здесь, а ты там. Ох, какой липкий, да? Вот так, смотри, у меня почти получилось уже. Стоять! Да я сам. Все, иди руки мыть. Надо было, наверное, делать это с ложкой или с вилкой, или, не знаю, муки побольше, или... Что здесь не так? Масло. О, руки намазать надо было маслом. Так и сделаем. Намажем руки маслом. Взял чуть-чуть растительного масла. Вот. Вот, вот так вот нормально. Лодочки готовы. На 180 градусов ставим на минут 15. Сейчас мы делаем начинку. Для этого нам нужен сыр. Берем терку и вот так натираем. Так, чик. Давай, туда-сюда. Сыр подходит именно сулугуни или моцарелла. Половина тебе, половина мне. Отсюда вот так руками бери. Ты хочешь все себе забрать, да? Я понимаю. И мне, давай. Сейчас туда кладем вот этот творог. Вот. И начинаем их вот так ломать. Очень много белка будет, да, в нашем хачапури. Все, в принципе, перемешали все. Будем ждать, пока запечется наши лодочки. У нас тесто чуть-чуть поднялось. Можем вот так смотреть. Берешь сыр. Вот сюда вот прям посередине вот так положи. Давай я тебе помогу. Очень много сыра получилось. Сейчас обратно еще на 10 минут в духовку. И... Ура! Сыр! Сыр готов! Ямочку сделаем. Пим. Наш желток. Остатки белка пойдут на какую-нибудь выпечку. Чуть-чуть посолить. Ух! Еще на 5 минут в духовку. Смотрите, вот хачапури готова. Пепе хачапури. Она так и должна быть, наверное. Ашмина. Бомба, бомба, да? Очень вкусно. Стоит приготовить такое блюдо. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики. Всем пока!